Сериал «Вспышка», 7-9 серии. Анонс. 7-9 серии выйдут 18 мая на телеканале НТВ в 20 часов. 7 серия «Железное алиби». В своем доме убит адвокат Рябов. Из дома пропали ценности, из сейфа – деньги и документы. Но взлом не был зафиксирован охранной фирмой. ПХ знает только одного взломщика, который может вскрыть любую дверь, это Матрехин, отбывающий срок в колонии. ПХ с сего его навещают и замечают в камере листок от тропического растения из сада адвоката. Мать Сивы втайне от него встречается с ПХой. 8 серия, семейные ценности. На скамейке в парке обнаружен труп Дегтярева, владельца ювелирной компании и кандидата в мэры города. В его кармане лежит флакон с жидкостью, повышающей потенцию, в которую подмешали сердечный препарат. Их сочетание и привело к смерти. На пиджаке Дегтярева обнаружен женский волос, а на рубашке – следы от помады. Сева с ПХой отправляются в его компанию и без труда выясняют имя любовницы Дегтярева. Это Ирина Сосновская. Но она любовника не убивала, зато рассказала сыщикам, кому была выгодна его смерть. Вечером к ПХе неожиданно приходит незнакомый мужчина и называется его отцом. 9 серия, снимите это немедленно. Подруги в качестве сюрприза приглашают на день рождения Стаси стриптизера Илью. Он появляется в форме полицейского и пытается арестовать именинницу. От неожиданности Стася брызгает ему в лицо из баллончика, и парень падает замертво. Стася с подругами избавляются от трупа, сбросив его в реку. А 3 недели спустя девушка приходит с повинной в полицию. Нет сил бороться с шантажистом, который постоянно требует денег. ПХ с Сивой приступают к поискам шантажиста.